Смотри, сейчас сначала проверим вот этот прогал. Там небольшие ямки, амутки. И будем постепенно двигаться вниз по течению. И там уже будут мелководные участочки с перекатиками. Небольшие вот эти струйки, вот которых мы сейчас обловим. Вот идет мой друг, вывез московского форелятничка на своей реке в Черноземье. Сань, давай, подходи, подходи. И судя по его выражению лица, он уже увидел рыбу. Да. Ты видел рыбу? Ты знаешь, как я соскучился. Я так долго ждал, когда закончится этот запрет. Мне так хотелось выехать на нормальную рыбалку. Я так уже утомился от этой форели. И вот сейчас я вижу целую стаю жирных, голодных, надеюсь, головлей. Жду не дождусь, когда сделаю первый заброс. Слушай, ну иди, сделай, я постою, пожалуйста. Все лавры, так сказать, гости. Ну, я так могу сказать по секрету, если он уже видел рыбу, то рыба его видел уже давно и долго. То есть шансов у него на самом деле поймать, это приравнивается, наверное, 1 из 100. Ну, все равно, как бы он увидел рыбу, у него глаза горят, а возможно, он сейчас и поймает. Красота, конечно, неописуемая. И что радует, вода очень прозрачная, рыбка в ней видна. Осталось мне только подобрать ключик. Будем стараться. Что-то смотрю, блесенка моя слегка легковата, несет ее больно сильно. Предлагаю перейти вот здесь вот вброд. Здесь такая илистая порода. Можем не пройти. Ну да, скорее всего, наверное, здесь ил. Просто можем не пройти, а тем самым намутить участочек вниз по течению. У тебя был удар, Макс? Ну, у меня, слышал, было 2 выхода. Выходы у меня самого были. Ударов у меня не было. Ну вот именно ударов так таковых не было. Вот и у меня тоже. Ну, приманка, он интересуется. Он интересуется. Меня 2 раза провожал. Ну, за приманку, правда, мелкий. У тебя, я так понимаю, крупненький. Да, первый был очень хороший, таким с четким плюхом. А второй немножко поменьше. Ну, потом уже несколько забросов туда сделал. Миленькие провожали до берега, но так и... Ну, ладно, пойдем. Мы только начали. Вот, пойдем, немножко вниз по течению сходим. Кто ж спорит-то? Окей. И как раз там Санек идет сзади. Ну, вот уже можно видеть рыбу. Но, к сожалению, она нас уже, наверное, мало интересует, потому что если мы ее видели, как я говорил ранее, она нас уже давно увидела. Нас больше интересует именно рыба, которая находится немножко вниз по течению и вот в такой в тени под противоположным берегом. А вот и я. Ну что, здесь? Да, здесь поменьше явно. Здесь забросы именно нужны вниз по течению делать и сплавлять приманочку так вот по дуге. Слушаюсь, мой повелитель.
Сань, смотри, уникальное явление. Стрекозиный котел. Значит, там, по идее, должна быть рыба. Вот сейчас мы и проверим. Друзья, ну, собственно, это первый наш голавль на этой замечательной реке. Сейчас поймает, смотрите. Хотя нет, я не думаю. Он очень быстро вращает катушкой. Здесь сама фишка именно забросить, подать блесну в затишок и давать ей просто вот именно сплавляться по течению и заходить вот на эту вот большую такую отбойную струю. То есть вращение катушки здесь на самом деле очень минимальное. Здесь главное именно выматывать слабину, а всю игру приманки придает течение. Уж больно оно тут сильное. Это вообще плотва. Но зато клюнуло как голавлик. Поклевочка на самом деле четенькая. И в классическом голавлевом месте. Завальчик такой небольшой, струя. Ну да, ожидали голавля, клюнула плотва. Хорошенький, мордатенький, но окунь. Угу. Ну такой вот окунек. Грамм на 300, наверное, да? Но тем не менее, отработал очень хорошо. Вес. Посмотрим, что дальше будет. Тут, на самом деле, у меня очень много выходов было. Вот, просто все как-то мимо. О, Макс, смотри, какой зверь мохнатый. Может, на нее? Только харбец. Пошли, Жуков. Ну вот, пришли на очень хорошее место. Только что проплыла здесь стайка жерехов, не очень крупных, но тем не менее видели голавля, но, к сожалению, видели не только мы их, но и они нас, а это уже говорит о том, что, в общем, маловероятно, что это место сработает, потому что рыбка очень осторожная. По сути, все решает точность и правильность места и заброса. Надо положить в нужную точку и, грубо говоря, если ты сделал все правильно, не совершил ошибок, тогда есть шанс. Если ты хоть малейшую ошибку допустил изначально, то, в общем-то, уже месту надо дать отдохнуть. Вот сейчас Максим еще пробует, но, судя по всему, точку эту мы немножечко прощелкали и пойдем дальше. Ну вот сейчас до этого был выход, ну, не на мою приманку, буквально там очень хороший выход был, хорошего головля, в 2-3 метрах от моей приманки, когда я ее сплавлял. И потом через пару секунд уже была атака именно на мою приманку. И сейчас был третий выход опять там же. Ну, я не знаю, будет ли четвертый. Уж ты, пожалуйста, обеспечь. Сань, я ж поймал. Не, я обещал. Обещал, четвертый заброс. Ты понял? Покажи. Идентифицируй, пожалуйста. Да, это такой, я не знаю, ну, анчоус. Макс, как отработала удочка? Даже, понимаешь, даже вот на такой маленькой рыбке я чувствовал, как она заглатывала вот эту приманочку, вот эта микроатака, там все. Контроль как-то был нормальный? Да охренел. Форсированное вываживание удалось? Спрашиваешь. То есть, понимаешь, все четко, все на классе. Я пообещал четвертую рыбу поймать. Вернее, с четвертого заброса поймать. Пацан сказал, пацан сделал. Да? Да. Два выхода и все. А теперь он уже просто напугался. У меня, по моему опыту, в общем, с головлем всегда так и бывает. Но я говорю, что у меня опыт, конечно, несоизмерим с твоим.
Вот тут я слепо доверяю тебе. Вот так вот конкуренты уходят. Значит, мне больше рыбы достанется. За ноги не держат. Живу. Солнце высоко, вода не прогрелась, рыба еще не вышла на свои привычные места. Максим включил режим отмазок. Я понял. Да нет, на самом деле просто реально. Солнце сейчас уже высоко, и мелководный участок, он очень сильно как-то просвечивается. То есть, как я и говорил, если мы видим рыбу, она нас уже видит. То есть надо вот именно идти, двигаться и искать такие тенечки. То есть вот именно в тени она сейчас будет стоять. Ну, либо в каких-то вот таких вот прижимах к крутому берегу. То есть, Сань, старайся положить блесну именно прямо вот под урез. Это под урез, понятно. Под самый, да, под берег. И вот очень большой шанс вероятности, что, скорее всего, будет поклевка. Но у меня все поклевки-то, в общем-то, и были именно, когда я клал практически под урез. И еще немаловажный момент, что после заброса у тебя должна быть проводка буквально там 2-3 метра. То есть, если ты видишь какой-то перспективный участок, просто вот обработай, дальше можешь накидать. Дальше ты уже пройдешь вниз по течению, там уже обловишь. То есть, чтобы не пугать рыбу, которая, возможно, стоит где-то вот здесь или вот здесь. То есть, работай, старайся точечно. А по приманкам что порекомендуешь? Здесь либо легкое колебло, где-то до 1,5 грамма, да, либо какие-то небольшие воблеры ССР, то есть поверхностные приманки. Ну, да, потому что глубина здесь всего, да, наверное, сантиметров 30. Темный, только ну, темный, потому что ты сам видишь воду, вода очень сильно прозрачная, то есть исключительно темные оттенки. Ну, вот, покажи, класс. Макс сказал, воблер должен быть темным, воблер будет темным. Исправим его, досадную недоработку. А у любого, Сань, уважаемого головлятника, черный маркер просто обязан быть, чтобы как раз из яркого, из яркой приманки сделать темную. Вот в чем разница между головлятниками и форелятниками. У головлятника черный, у форелятника белый. Ой, ешечки, ой. Три раза он атаковал в том же месте. Ну, все-таки я его добрал. Иди сюда. Опа. Макс, снимаю шляпу. Доловил с третьего раза. Ну, сам факт, красава, именно красава, весь кайф вот этих форелевых курочек, то, что даже небольшой головлик доставляет массу удовольствия на вываживание. А сейчас... Собственно, покажу, как я его поймал. Вот приманочка. Вес 1, 1,2 грамма, но не суть. Заброс. Как можно дальше максимально подложить под противоположный берег. Шпулю не закрываю. Даю приманке сплавиться вниз по течению до перспективного участочка, где я предполагаю, что будет стоять рыба. Закрываем. Катушку не крутим, чтобы дуга вышла в ровную линию шнура. И вот все, воблер начал играть. По идее, где-то там должна быть поклевка. Ну вот все, шнур у нас выровнялся. Воблер играет, все чувствую, офигенно. И вот такая проводочка, такая в полоборотика. Сделали полоборотика, подержали. Опять полоборотика, подержали. А вот и рыба.
домой. Неплохой. Не судьба, рыбе тоже надо давать шанс. Только как можно тише. А то это на кольцо не возьму. Хорошо учите. И старайся прижиматься к этому берегу, ну, идти почти по травке, чтобы не создавать большой муть. Угу. Ну как ты, слышал, слышал, все на классе, я по горе. Красавчик. Красавчик, Мас. Опа! А? Ну кайф же! На такую удочку, на легкую палочку, такой голавликой. Размер вообще пофиг. Главное удовольствие. Ну, кто молодец? Ты молодец. А хочешь еще поймать? Хочу. Побольше. Смотри, вот тебе посвящаю. Опа, сейчас будет еще, сейчас будет еще. Почему-то я уверен. Сань, чуть леску положи. Смотри, кладешь приманку вот под бревно, угу. Видишь, такая струя? Да. Даешь приманочке немножко сплавиться, буквально метра три. Угу. Все, закрываешь пульку, угу. Дужку. Угу. И... держи, 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 ну, и пусть видел, она да. по струе идет, идет, и потом проводку делай по полоборотику. Полоборотика угу. подержал. Надо, немножко удилищем вперед дал, то есть приманочку чуть подсплавил. А потом... Под бревно или за бревно? Нет, 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 вот прям как раз впереди вот этой струи, прям в начале бревна, угу. и пусть прям, я приманочка понял. По струе идет, потом 3 метра, попридержал, 100% должен взять. Давай, пробуй. Попробуем. Есть классическое место, течение здесь такое среднее, спокойное, и вход в перекат.
глубина там около полуметра и нет травы. То есть там как раз именно такие камушки, канавочки. Вот и он здесь как раз стоит. Ну, с другой стороны, это просто классика, да, вход-перекат. Так что давай, пробуй. Красивенький, лоботенький. Маленький, но хороший. Куха, сколько я головлей-то поймаю сегодня? Мне хватит уже. Вот он, малыш наш. Кукушка. С него молоко льется. Значит, скоро, дружок, нерест, да? Ну, давай. Мы продолжаем КВН. Эй, ну где ты там? Вообще, это самый маленький. Ну, а что вы хотели? Не за рыбой же едем. Не за заготовками. А так, ради кайфа. Ух ты! Это хорошенький. Слушайте, какое же, друзья, какое же удовольствие на легкую удочку против течения. Ну, иди ко мне. Это хороший. Вот таких приятно ловить. Ну, то, что я говорил, очень осторожная поклевка. То есть не было вот этого жесткого, такого мощного, сильного удара. Просто вот повторюсь, такой тык, тык, и такая вот легкая подтяжечка. То есть, на самом деле, вот удочка, вот эти микронюансики, вот эти осторожные поклевочки, все четко передала. И, соответственно, своевременно подсек. Вот это втащил! А вот! Я очень рад, что принял приглашение Максима и приехал сюда. Узнал для себя много нового.
Все головки, которых мы поймали, они не крупные, но удовольствие и адреналина мы хапанули по полной.